Времени около 4 вечера. Ребята, в общем, я, как говорится, все в своем репертуаре. Как и любой человек с зависимостями, я, как говорится, изо дня в день говорю, что что-то изменится, но ничего не меняется. Ну, а, как говорится, как ведущий YouTube-канала, я обязан тебе просто об этом сообщить, вот и все. Значит, но есть кое-что очень важное. Ну, помимо моих зависимостей, у меня есть проблемы поважнее. Зависимости – это какие зависимости? О чем, собственно говоря, идет речь? Да любые. Мне подруга сказала, что, значит, что я алкоголик. Я говорю, так я же, говорю, не брал вообще, как говорится, в рот не брал, что называется. Блин, вспомнился этот анекдот. Я не знаю, слышал ты его или нет. Я вообще анекдоты рассказывать не умею. Ну, короче, интеллигент такой сидит с фингалом. Его спрашивают, а что ты, мол, такой интеллигентный, такой весь воспитанный молодой человек, а почему сидишь с фингалом? Он говорит, ну, мы там сидели в компании. Ну, там, значит, какой-то там, значит, военный кто-то говорит, значит, ну, был у меня в роте один хрен. А я его всего лишь поправил. Я сказал ему, правильно говорить не в роте, а во рту. Вот. Короче, я не принимал спиртного вообще. Не принимаю. Но она права, потому что я очень зависим. Потому что мое обжорство, то, что я делаю с едой, то есть, когда я начинаю есть, я как вурдалак уже просто. Я остановиться не могу. То есть, я сжираю все, что у меня в тарелке, потом я начинаю рыскать по всем углам в комнате, где у меня что запрятано. Сжираю это, сжираю все, что есть в холодильнике. И если я еще не дожрался, то я еду в магазин, докупаю и еще зажираю. И жру я пока просто-напросто не... Ну, когда мне уже станет тяжело дышать, тогда я останавливаюсь. Как тебе это нравится? Ну, потом я не могу встать утром. Если мне не надо вставать, ну, вот опять же, да, это... Чем хорошо постоянное место работы, да? С расписанием, что называется. Хочешь, не хочешь, а встаешь, и действительно это в чем-то легче. То есть, когда мне вставать не надо, я встать не могу. Преодолеть это я не могу. Ну, затем, как говорится, вроде как, в 12 я встал, худо-бедно. Но до вот этого момента, до 4 вечера, я не могу вылезти из депрессии. А вот с этого места поподробней. Самое главное, что, собственно говоря, еще хуже моих зависимостей, это то, что я не в состоянии ни от чего отступиться. Я даже сам себя пугаю. То есть я, если мне что-то нужно... Если я что-то решил, что-то мне ценно, я от этого не отступаюсь, я держусь за это мертвой хваткой. Это даже не вполне себе воля. Я не знаю, что это. Ну, понимаешь, зависимости. То есть то, что я фанатик, безусловно. Я склонен к абсолютному к исступленности, к абсолютному самопожертвованию, самозакланию, самозажиганию, к... страшной самоотверженности. И я как-то погружаюсь в лень, но при этом я в состоянии работать сутками. То есть, если я вот уже закусил дела, то я уже буду трудиться, пока не помру. Вот это во мне есть. И вот это я бы тебе сказал как самое... жуткая проблема. Ну вот, как тебе?
Класс, да? Да, я буду по 5 минут сейчас снимать.